В отличие от стихийных рынков, которые можно встретить в самых неожиданных местах, на ярмарке у «Искры» и качество товаров, и условия продажи находятся под строгим контролем. А сама она проводится в соответствии с графиком, утвержденным Министерством сельского хозяйства Московской области. Мы, как администрация, и Роспотребнадзор, и ветеринарный контроль ежедневно осуществляют мониторинг данной ярмарки. Мы видим, что здесь есть все необходимые санитайзеры, все необходимые меры защиты в связи с коронавирусной инфекцией. Также присутствует разметка по социальной дистанции. Ну и плюс все-таки покупки на свежем воздухе, как говорится, снимают некую напряженность. Все-таки это не в помещении. В отличие от сетевых супермаркетов, где товары некой усредненной кондиции, на ярмарке можно найти продукты не только по цене, подходящие именно вам, но и по качеству. Кроме того, здесь можно оставить заказ на товар, который кончился, и даже заказать его доставку. Это фермерские продукты наши местные Ленинского района, где поселок Измайлово. Там, да. Все натуральное, все по ГОСТу. У нас все также под заказ. Мы доставку делаем. Главная ценность для продавцов на рынке – покупатели. А потому не только продать, но и поговорить – святое дело. И люди отплачивают добром, возвращаются снова и снова. Они уже знают, что у нас есть, они определенно идут и покупают. Ну а много таких постоянных клиентов, наверное, лиц? Много. Валентина Владимировна – коренная видновчанка. Она – опытный специалист. На рынке торгует овощами и фруктами уже более 40 лет. К выбору товара для продажи относится строго, знает даже, как идут дела у сельхозпроизводителей. В этом году самая лучшая продукция стала Ставропольский край. У них много теплиц новых. Вот Краснодар запаздывает уже после их. Вначале сами пробуем, если этот товар и сертификат у них прошел. Приезжают в Путите машины, там обязательно берут пробу, сертификат 100%, и мы берем для продажи. И такой подход к делу дает положительный эффект. Даже в будний день на ярмарке полно покупателей. Ярмарку посещаете? Да, бываем, конечно. А что покупаете? Овощи, мед, в основном из продуктов. Сейчас вот конкретно пришла только за медом, потому что на столе круглогодично стоит мед, ежедневно его употребляем, и вот здесь Евгений как бы нас снабжает. Действительно, мед для Евгения Гришина без преувеличения дело всей жизни, семейный бизнес. За долгие годы он постиг все секреты производства этого непростого продукта. Я уже здесь работаю, видно, около 3-4 лет, как бы мед от производителя. У меня отец занимается медом, дед занимается медом, тесть занимается медом. Это вот привозим население, можно сказать, из первых рук. И самое главное, ради чего стоит идти на ярмарку – экономия. По оценке специалистов, она может быть весьма ощутимой. Надо соотносить цену и качество, однозначно. А в данной ситуации где-то 15-20%, на первый взгляд, мы видим разницу с тем же самыми сетевыми магазинами, расположенными в шаговой доступности от места проведения данной ярмарки. Весна, пора обновления, а значит, самое время обратить внимание на гардероб. Побродив по продуктовым рядам, нужно обязательно заглянуть и в отдел, где продают одежду, обувь и аксессуары как российских, так и зарубежных производителей. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.